Ребята, всем привет! Меня зовут Арткул, и вы не ошиблись, вы попали на канал Вани Холдика. И сегодня будет очень интересный видеоролик. Потому что, друзья, те, кто любит Brawl Stars, те, кто играет в него, те, кто ждут обнову, знаете, как, не знаю, как манну с неба, прям как вот от обновы до обновы живут и ждут ее, ждут, чего же добавят в нашу любимую игру, чего-то нового. Вот вы красавчики. Давайте так, если ты такой, если ты входишь в число этих пользователей, то, бро, прямо сейчас поставь лайк и подпишись на этот канал. Включи колокольчик, потому что впереди будет, поверьте мне, много всего интересного. Кстати, друзья, я не просто так сейчас нахожусь на фоне вот этой старой превьюшки к предыдущему Brawl Talk'у, которая, кстати, к слову говоря, тогда еще изменилась перед самим Brawl Talk'ом. Вы помните, те, кто... Ну, я не скажу, что это олды, потому что это месяц назад было всего лишь. Сейчас Supercell выпускают очень часто обновления. Вот эта превьюшка тогда поменялась. Но, друзья... Это была ошибка какая-то от Supercell, как вы думаете? То, что они поставили сначала такую превьюшечку с текстом «мяу», по-английски «мяу» — это «мяу» на наш язык, да, то есть кто-то мяукает здесь сидит. Как вы думаете, это случайность или не случайность, ребят? У Supercell, запомните, нету никаких случайностей. Кстати, друзья, в этом видео мы постараемся разобраться с вами, когда же будет Brawl Talk, каким он будет. И я скажу вам так, я... Ваня Холдик, мы официальные ютуберы, но, друзья, мы имеем право на собственные мысли. Сейчас будут мысли от нас, точно так же думает и Ваня, ребят. Это не официальная инфа, это не снэкпики, это не объявление о грядущей обнове, ничего такого, друзья. Мы просто сейчас порассуждаем и просто попытаемся сопоставить все факты, которые дает нам Supercell. Ребят, вы помните, наверное, то, что было в прошлом Brawl Talk'е. Я не зря открыл этот видеоролик. Давайте даже, вот кто не помнит, давайте вспомним, что здесь было. Добро пожаловать в 5-й сезон «Кошки в космосе». Обратите внимание, «Кошки в космосе». 5-й сезон. А как же 5-й сезон называется на самом деле? Да не так он называется. Он называется «Космо Опера Стар». Кто помнит, друзья? Space Cats. У нас будет первый боец Кот. Обращаю внимание, первый боец Кот по имени Кит. И тут даже в субтитрах дописали полностью его имя. Cat brawler named Kit. Но что-то пошло не так. Ой. Кажется, планы поменялись. Нет, ничего не поменялось, потому что у них все так и было задумано. Ребят, если мы сейчас отследим всю эту аналогию, вы будете, наверное, в шоке. И вы будете уверены в том, что новый бравлер Кит, то есть кошечка, все равно будет в игре. Почему? Давайте разбираться. Кстати, ребят, я так интересно начал, как мне кажется. У меня тоже есть свой канал. Ссылка будет в описании. Перейдите, подпишитесь. Может, кто-то не знает. Арткул. Переходим, подписываемся. Кстати, тут 660 тысяч. Ну, чуть-чуть не хватает. Если сможете, добейте. Буду благодарен. Окей, ребята, давайте разбираться. Что же значит там Space Kids? Все вот эти обновки там. Чего нам ждать, чего нам не ждать и когда нам ждать. Ребят, все очень просто. На самом деле... Если Supercell нам говорили о кошках и делали на это акцент, тратили свои деньги, финансы и инвестировали свое время в эту тему, то значит это не просто так. То значит все равно что-то будет связано с кошкой. Давайте разбираться, друзья. Вы помните вот эту картинку, в которой была Шелли? Она смотрит вверх перепуганными глазами. И много кто думал тогда, и я тоже в частности думал, кстати, однозначно ответа еще нету, но вот я больше склоняюсь к той мысли, что здесь летит какой-то шаттл. И этим шаттлом управляет именно кошечка. Та кошечка, с которой очень сильно дружит Шелли, вот она, эта кошка. Кстати, есть скин «Ведьма Шелли», да, по-моему, так называется в игре. И там уже есть эта кошечка, друзья. Но имеем в голове, держим в голове то, что Шелли очень тесно связана с кошкой. Здесь есть следы кошки, здесь есть, не знаю, посудинка кошки, с которой она кушает. Здесь игрушки кошки это есть. И, в общем, она куда-то убежала и летит какой-то шаттл. Дело в том, что есть шаттл ну, генерала Гавса, которым он управляет. Мы это знаем по предыдущим обновам, по роликам. И есть еще один, наверное, шаттл, как я предполагаю, которым управляет конкретно вот эта кошка Space Kids. И давайте, ребят, посмотрим дальше. Вы помните такую картинку еще? 12.11. Это дата, когда нам, по-моему, добавили мегабоксы. Акцию с мегабоксами. Или бесплатный мегабокс был 12 февраля, да, по-моему, что-то такое было. Ну, короче, тут есть пасхалочка в этой тематике. Но, ребята, самая главная пасхалка. Ну, конечно, вся эта картинка приурочена к покемону. Это мы не можем не заметить. Но самая главная пасхалка, которую Supercell нам оставляет, связана вот здесь вот. Здесь надпись «Where is Kit?» Дословно переводя «Где кот?». Ребят, как вы думаете, вот Supercell стали бы просто так писать здесь надпись и опять
напоминать нам о кошках, о коте каком-то космическом. Да никто бы этого не делал бы просто так, если бы это не планировалось наперед, если бы действительно, ну, мы не ждали бравлера-кошку. Окей, ну не бравлера-котю, я думаю, все прекрасно понимают. Ребят, что это такое? Вы можете подумать, ну, какие-то наброски, да, по факту так и есть, это наброски от дизайнера, но эти наброски, вот этот концепт у себя в Твиттере официально выставил Фрэнк. Фрэнк — это лидер комьюнити-менеджеров всех, да, вы его все знаете, он и в Brawl Talk'ах снимается, который представляет компанию Brawl Stars, он в Твиттере очень часто публикует какие-то интересные посты, и он еще задолго до даже космо-оперы Star, космической обновы, запостил вот такую картинку, которая указал ссылку на автора этой картинки и сказал, вот какая очень интересная картинка, какой концепт прикольный, про кошечек. Просто так, не просто так, друзья, потому что уже тогда задумывалось у Supercell в голове. Я, кстати, знаете, что вам скажу? Все то, что мы сейчас имеем, вот обновы, которые сейчас есть, продуманы в Supercell, знаете, когда еще? Еще, ну, примерно год назад, чтобы вы понимали, друзья. Кстати, еще до сих пор есть бравлер в воде, которого не ввели в игру, и он по-любому должен появиться. Так он, наверное, был продуман еще, не знаю, года за 2.5 наперед. Прикиньте, друзья, вот насколько сильно продумает Supercell все наперед. Вы в этом еще убедитесь в течение этого ролика. Кошечка, смотрите, и ее Фрэнк официально запостил у себя. Идем дальше, друзья. Вот такая картинка, ее, наверное, уже мало кто помнит, но она появилась в сентябре 2020 года. Тогда Калета была, видите, да, вот вышла Калета, там вот всякие там игрушечки приколдесные, которые она коллекционирует, естественно, ее книжка. Но, ребята, мало кто обратил внимание свое сюда. А что здесь? Здесь ничего не видно, да? Вот, ну, картинка некачественная. Но если сделать ее вот так вот, осветлить ее, приблизить, там, качество навести, друзья, то смотрите, что происходит, ребят. Мы видим Шелли. Держим в голове Шелли. И мы видим, вот что мы видим. Я сейчас соединю линии специально, друзья. Смотрите, оп-оп-оп, оп-оп-оп. И теперь у нас что-то вырисовывается, да, друзья, ребят, смотрите. А что это такое? А это уже очертание логотипа кота. Ребята, уже тогда, еще в сентябре 2020 года, когда вообще даже никаких упоминаний не было, никаких кошках, ну, официально в игре, да, уже нам Supercell завезли такую пасхалочку в данную картинку, ребят, вот сюда. Вы прикиньте, много кто может подумать, так это ж просто логотип кошки, который есть на вороне, на новой ремодельке ворона в игре. Прямо сейчас можно зайти, повернуть ворона, да, и посмотреть. Кстати, важное правило, никогда, ни в коем случае не нужно разворачивать генерала Гавса обратной стороной. Все. Живите с этим. Смотрите, это не логотип кота, который находится на вороне. Потому что, ребят, ну, обратите внимание вот сюда. Вы думаете, вот просто так бы здесь этот логотип кота был рядом с Шелли? Я думаю, вы понимаете, да, намеки? Котик рядом с Шелли. Котик рядом с Шелли. Ничего просто так не бывает, друзья. Вы подумайте, шизанулся котик рядом с Шелли. Да, ну а что сделаешь, друзья? На самом деле, это уже пасхалка была тогда, то, что котик будет добавлен в игру. А, собственно говоря, друзья, когда будет добавлен в игру? Самый главный вопрос, когда же будет обнова? Наверное, все мы ждем этого ответа. Сегодня, завтра, послезавтра, когда же? Давайте потихоньку попытаемся размыслить и понять, когда же будет обнова. Потому что сами Supercell нам на это намекает. Это конец предыдущего Brawl Talk'а. Это наше первое обновление 2021 года. Не забудьте подписаться, кстати, на наши каналы тоже с вами, чтобы не пропускать новости. Это тоже аналогично. И до встречи. Вот самая интересная сценка, которую разыграли Дэнни и Райан. Просто, ну, она заставляет задуматься очень сильно. И до встречи, акцентирую внимание, в марте, три точки. Даже в субтитрах так написано. И смотрите на выражение лица. Или раньше. И Райан сидит такой: ничего не знаю. Не знаю, ребят, может раньше, а может не раньше. Или в марте. Вы прикиньте, ребят, вот, ну, вот, заставили нас задуматься. Всегда Supercell, то есть Дэнни и Райан говорили нам: встретимся с вами в феврале, там, к примеру, там, встретимся с вами там в мае, в следующем месяце. Конкретно сказали, когда пришли, встретились, поговорили, забрали все, хорошо. А сейчас, знаете, вот так, ну, ломается, непонятно, что происходит там в марте, в феврале. А к чему это все может нас привести? Ребят, просто задумайтесь. Февраль — это один месяц среди всех 12 месяцев в году, в котором максимальное число дней в месяце — это 28. Ну, в высокосном году 29 бывает, да? Но, ребята, вот 28 дней. Соответственно, друзья, смотрите, сегодня уже последний день
когда может случиться то, что сказали вот, или раньше, то есть не в марте, а март это следующий месяц, или раньше, а раньше это только сегодня, ребят, представляете, то есть максимально то, что может случиться, это сегодня, ребят, возможно, я не исключаю того варианта, что Brawl Talk или отложка Brawl Talk, вот может как-то с этим связь есть, отложка может появиться сегодня, ну, к примеру, там, вечером, или же может даже с моментом выхода этого ролика уже отложка появилась, я не знаю, может вообще не появится она, это наши мысли, ребят, это, ну, неофициальная инфа, еще раз повторюсь, но вот эта связь, что может вот конкретно сегодня появится отложка, а завтра, например, будет сам Brawl Talk, или там Brawl Talk будет сегодня, и обнова будет идти уже в марте, и поэтому такая вот взаимосвязь в марте, или раньше там встретимся, вот может вот в этом прослеживается взаимосвязь. Поэтому, друзья, я не знаю даже, что тут сказать, может быть что угодно. В любом случае, я вам так скажу, наблюдайте за нашими каналами вот пристально, потому что в любой момент, я вам серьезно говорю, в любой момент может случиться то, что на канале Brawl Stars появится отложка Brawl Talk. Я уверен, то, что Brawl Talk не просто выйдет вот так вот и все, его никто не ждал, а будет отложка, как это было всегда. Но вопрос, когда это будет, вот... остается загадкой, друзья, на самом деле, потому что точные даты нам не сказали. Но хочется, очень хочется верить в то, что он будет конкретно сегодня. Мы будем его ждать, мы будем верить в то, что вы тоже ждете его. Поэтому, ребята, прожмите лайк, подпишитесь на канал. Кстати, от этого Brawl Talk'а я честно хочу с вами сказать, что я хочу ожидать большего, чем ранее. То есть мы ранее получали что? Мы получали скины выходного персонажа, там Brawl Pass обновление, обновление окружения. И это все стандарт, друзья. Это как шаблон, по которому действует Supercell. То есть изменить это, ну, особых усилий, как мне кажется, не, ну, не нужно для этого. А вот чтобы что-то добавить конкретно жесткое, вот там, там уже нужно попариться. И как мне кажется, уже давненько не было каких-то жестких обновлений. И вот уже конкретно, мне кажется, на наступает то время, когда или в этом, или в следующем обновлении нужно добавлять как минимум кланвары, потому что нужно в игру добавить что-то жесткое, чтобы прям было воодушевление, чтобы был, не знаю, такой азарт и второе желание играть дальше. Поэтому, ребята, еще раз скажу, кто разделяет эти мысли, лайк, подписка и колокольчик. Это ваш фидбэк, и это то, как вы можете нас поддержать. И Ваня очень скоро приедет к вам. Кстати, ребят, знаете, напоследок скажу, еще один факт того, что Brawl Talk должен быть сегодня, это то, что Вани нету дома. Обычно, когда он куда-то уедет отдохнуть, Welcome Brawl Talk, Space Kids! Ну реально, может такое быть, друзья, серьезно. Он уехал куда-то и добрый день, Brawl Talk. Кстати, об этом нужно задуматься, какая-то доля правды в этом есть. Все, ребят, пока.